Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним четвертое задание на странице 7 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маром. Прочитаем задание. Обведи крестики и нарисуй столько же. Итак, сначала мы обводим крестики. Теперь посчитаем, сколько у нас крестиков. 1, 2, 3. Значит, сами мы должны будем нарисовать тоже 3 крестика. Один. Два. Три. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, то оставляйте свои комментарии под видео.